Иерусалим. Здание парламента. Здание Верховного суда. Сегодня здесь происходит беспрецедентная борьба. Нет-нет, не между евреями и арабами, а между самими евреями, израильтянами. Эта борьба может положить конец даже тем немногим остаткам демократии, которые все-таки в Израиле до сегодняшнего дня выжили, ну и повернуть историю страны совершенно в иное русло. Порой кажется, что все происходящее просто дурной сон. Вот дурной сон оно и есть, только из этого дурного сна проснуться никак невозможно. Вот опять Биньямин Нетаньяу, премьер-министр в Израиле. Только в этот раз, если он не будет крепко сидеть на кресле премьер-министра, он сядет совсем в другом кресле. Он просто сядет в тюрьму. Дело в том, что дело уже доказанное. Поэтому он сейчас со своей коалицией, которая также среди них и людей, которые уже отсидели свой срок в тюрьме, уголовщиков, просто террористов, мафиозы, с ними он пытается сейчас разрушить последний штопор перед абсолютной, тотальной, популярной властью в Израиле. Новый вертикаль. Вот его образец, конечно, это Владимир Путин. Пока Биби до этого не добрался, но потихонечку он таким медленным шагом туда и идет. И вот его враг как раз это и есть Верховный суд Израиля. Верховный суд Израиля имеет возможности остановить какие-то решения, которые предпринимает правительство. Законы, например, как бы вот решить, что какой-то закон, который решается в парламенте, недемократичный или неправильный. А Нетаньяу со своей стороны говорит, что Верховный суд избирается недемократическим способом, и именно поэтому надо дать полную власть ему, и власть, которую, конечно, он получил, как бы и его коалиция, от вот последних выборов в стране. Вот такой конфликт, и вот судьба страны решается вот как раз в этот понедельник, вот когда хотят полностью делать новые реформы, новые судебные реформы. Другие люди считают, что это не реформа, а что это и есть самый настоящий переворот, и что Израиль стоит сейчас перед самым большим опасностью в своей истории. Это не тайна, что мы живем в наши дни в период глобального кризиса. Но я живу своей частной жизнью и всегда так жил. И мне всегда интересовало то, что ближе ко мне. То есть то, что мне понятно, то, что мне родное. Поэтому мы сегодня не будем говорить о глобальных кризисах, а о конкретных кризисах, в место, которое я, может быть, до сих пор знаю лучше всех мест на свете. То есть моя родина – Иерусалим. Опять мировые кризисы тоже немало. Ковид, пандемии, войны, экономические кризисы, нестабильности. То границы закрываются, то открываются. Люди, которые теряют работу, потом находят новые работы. Другие, которые увольняются или их увольняют. Короче, еще и сейчас землетрясение, вот всякие несчастья. Однако, не все в курсе, не все знают, что кроме знаменитый палестинский или арабо-израильский конфликт, Израиль переживает уже несколько лет очень тяжелый политический конфликт. От 2019 до 2022 у нас были в Израиле 5 внеочередных выборных кампаний. То есть, получается, никакой как бы вот стабильной власти в Израиле не было. Все держалось на определенные законы, которые есть. Ну, Израиль, в принципе, это новое государство, не существует там конституции. Страна родилась благодаря сионистское движение, то есть движение сионистов, которое было еще во времена Турецкой империи, когда отдельные общины стали приобрести недвижимость в Израиле. Ну, мифологическая основа, почему я говорю мифологическая? Потому что это исторически никак нельзя доказывать, и с точки зрения современной законодательности, то, что Бог даровал землю Аврааму, Исааку и Якову, это никаким образом, это не вещь, которую можно доказать. Можно в этом верить или не верить,
А по законодательству, скажем так, международной, Израиль стала страной в 1948 года. Это тоже, в принципе, не так давно. Однако на этой стране, как вы все знаете, претендует с одной стороны то, что называется Иудеи, да, Израиль, когда появилась как страна, называли эту страну демократия иудейская, да. Получается демократия, но демократия для иудеев. Ну а в чем проблема? Дело в том, что мы живем в 21 веке, и даже большинство людей, которые себя чувствуют, идентифицируют или этнически являются евреями, они к иудаизму или чувствуют неприязнь, или просто как, ну при чем тут религия, да? При чем тут демократия с одной стороны, религия с другой стороны? Конечно, сильнее всего этот, скажем, диссонанс этот является именно в виде конфликта с нееврейским населением, то есть с арабами и с палестинцами. Однако я еще больше 20 лет назад понял, что определенные, скажем так, недемократические меры, которые принимают израильтяне по отношению к палестинцам, будет вылетят как бумеранг в самих израильтян. То есть получается, те люди, которые привыкли давить протест палестинский, они будут использовать те же самые методы, да, и те же самые системы по отношению к своим гражданам. И вот сейчас вот вдруг получился сюрприз, и израильтянам наконец-то дошло, что в принципе хотят лишать им тоже свободы. Каким образом? В 90-е годы был мирный договор и попытка преодолеть конфликт с палестинцами, создавая две разные государства – Израиль и Палестина. Этот процесс возглавлял в Израиле премьер-министр Ицхак Рабин. Однако этот процесс остановил один студент, религиозный еврейский террорист по имени Игаль Амир, который просто убил премьер-министра Ицхак Рабин. После этого рабочая партия, которую его возглавлял тогда Рабин, была фактически уничтожена. И к власти потом пришли как раз те люди, которые поддерживали убийство премьер-министра, которые как бы на демонстрациях стояли с гробами как бы, и требовали смерть Ицхака Рабина. То есть это покушение было пример, как можно действительно остановить насильственным образом процесс, который ты не согласен, и делать это не демократическим, а именно террористическим способом. С того момента и до сих пор во власть находятся те самые люди, те самые радикалы, которые призывали к убийству премьер-министра и к остановлению процесса мирного договора с палестинцами. Если в моем детстве люди, которые призывали к строению там третьего храма, к геноцид против арабов, к религиозной диктатуре, эти люди считались маргиналами, никто не думал, что они вообще имеют право даже сказать свое мнение, тем более быть в власти. Эти сейчас люди как раз, это та самая коалиция, которая вокруг Беньямина Нетаньяху. То есть они именно действуют на самые примитивные инстинкты у большинства иудейского населения, в том числе и именно на необразованного, довольно как бы примитивная как бы часть населения Израиля. То есть люди, которые относятся негативно вообще ко всем достижениям западной культуры и в том числе на самом деле являются врагами сионизма, хоть они считают себя патриотами. Например, есть такой популярный в Израиле как бы такой политический деятель, рэпер, как бы, который именно выступает за Беньямина Нетаньяху, за патриотизм, как он считает, за жестокое отношение к арабам. Его зовут Тень, Хацель на иврит, Йоав Элиаси. Он призывает, например, к уничтожению тех людей, которые относятся к противному политическому лагерю. Нет, это не только против арабов, это и против других израильтян. Дело в том, что в Израиле есть еще очень своеобразный способ, как формируется коалиция и как, скажем так, по выборам потом та партия, которая получала больше всех голосов, не обязательно становится лидером. То есть становится тот лидер, который смог собрать разные мелких партии. Да, в Израиле как бы очень много партий. Каждая партия – это партия, которая представляет каких-то особых интересов не большинству граждан. Получается, есть религиозные партии, самые разные, другие партии, естественно, для левых, другие для правых. И
Получается, что несмотря на все наши вот эти 5-6 выборных, внеочередных выборных кампаний, все-таки самый-самый популярный лидер в Израиле, или тот, который больше всего умеет как бы всех гипнотизировать, всех как-то ловить, это Биньямин Нетаньяху. Он как раз и является премьер-министром фактически с периода моего, когда я еще был школьником, и до сих пор, и некоторые говорят, что он готовит своего сына. Ну а в чем проблема? Проблема в том, что сейчас, уже несколько лет, не только сейчас, стоит как бы целое дело, открытое дело, уголовное дело коррупции против Биньямина Нетаньяху. Но он что говорит? Ну и что? Большинство людей хотят меня, я смог как бы сделать коалицию, значит, это демократично, если я стану лидером, даже если я преступник. И вот он сделал целую коалицию с другими преступниками, в том числе мой бывший сосед, человек по имени Арие Дери, это глава партии ШАС, это ортодоксальная восточная партия. То есть обратите внимание, ортодоксальные евреи, это имеет значение, восточные они или не восточные, сионисты они или не сионисты, те, которые все-таки играют в этой политической игре, и те, которые не играют. У нас, кстати, есть видео, которое очень пользуется большой популярностью, про ортодоксальных районов, ортодоксальных евреев. Этот выпуск, который как бы вот самый популярный, который у нас, он как раз про тех евреев, которые не участвуют никаким образом в политике страны. А мы говорим сейчас про тех, которые все-таки хотят получить эти деньги, хотят получить деньги от государства, хотят образоваться в формы политических партий. Вот смотрите что. А главный вот этот союзник Биньямин Нетаньяху, Арие Дери, господин Дери, он возглавляет партию ШАС. И вот решили, что он не имеет права стать министром. Хотели, чтобы он стал министром внутренних дел. А вот тут как бы вот судебная система в Израиле решили, что это незаконно, что человек, который уже отсидел свой срок в тюрьме, не имеет право стать министром. И Нетаньяху еще, естественно, это не нравится. Также Нетаньяху боится, что отберут все, что у него уже есть, то есть все его богатства, и посадят его в тюрьму. Тогда что он решил делать? Сам Нетаньяху и его союзник по имени Левин решили придумывать целая такая новая реформа. Это называется реформа в судебной системе Израиля. Из-за того, что в Израиле нет конституции, есть при этом как бы довольно сложная система судов, которые в чем-то как бы унаследовали от Англии, от того, что был британский мандат, в чем-то от турецкой системы, в чем-то от своеобразных еврейских каких-то представлений. То есть это некая такая смесь. Но в принципе те люди, которые, я не думаю, что все идеально в израильской системе судов, но, тем не менее, эта система как-то работает. Однако у тех, которые партия Биньямина Нетаньяху, есть очень большая вражда против судов. Они считают, что вот судов не выбирает народ, а нас выбрали народ. Тогда почему мы не можем сделать наши законы, которые нам нужны? В том числе закон, что Нетаньяху, например, как бы вот освобождается от всех как бы вот уголовных дел, которые против него. Или закон, что можно арестовать вот так, просто так, я не знаю, 100 граждан без никаких причин. То есть что хотим, то и делаем. Получается, сейчас идет опасность. Действительно, как бы демократия в Израиле находится под угрозой. Из-за чего? Из-за того, что большинство граждан в Израиле, их движет не демократическое сознание, а именно они голосуют от ненависти к определенным типам людей. То есть большинство, например, бедных, не очень образованных и религиозных, религиозное население Израиля, они автоматически на стороне Нетаньяху. Они почему? Они думают, что как бы, ну, что люди несправедливы к нему, или что это какие-то глобалисты, или что это какие-то суперобразованные люди, и они ненавидят судебную систему Израиля, и они готовы делать все, что угодно для того, чтобы их лидер был Биби. Вот так Нетаньяху называет его, только Биби, рак Биби, раку. То есть это их как бы вот кумир. И они действительно обоготворяют его. Однако
большинство, скажем так, и это все прекрасно, но большинство именно образованные, бизнес-элита, культурная элита Израиля, то есть те люди, которые реально платят налоги, не только стоят там, молятся и берут деньги от государства, а те, которые работают, они понимают, что сейчас будут лишать им права. И каждая суббота идут огромные демонстрации по улицам Тель-Авива, десятки тысяч человек, выступают уже люди, которые вполне никакие не радикалы, а пишет довольно серьезные вещи бывший премьер-министр Эхуд Барак, который еще был наш генерал как бы израильский, то есть человек, который, ну, я к нему отношусь критически, но тем не менее, факт есть факт, этот человек, он военный герой. Эхуд Барак — это военный герой Израиля, и он выступает за то, что сейчас страна находится в опасности больше, чем от Ирана, больше, чем от каких-то внешних врагов, а враги как раз внутри. И что он призывает людей, как бы, в том числе людей, которые в оппозиции, он призывает их на голодовку, он призывает их на неповиновение, потому что сейчас, в ближайший понедельник, собираются отменить вот эти самые права, которые имеет суд, остановить каких-то незаконных решений в парламент. Получается, идет самый настоящий захват. Захватчики — это крайне религиозные националисты, которые хотят установить в стране религиозную диктатуру. По словам Эхуда Барака, Израиль переживает самый серьезный кризис с момента своего основания, опаснее любой внешней угрозы. Если мы немедленно это не остановим, Израиль накроет тьма, и той страны, к которой мы привыкли, больше не будет. А при чем тут, в принципе, наш канал, да, «Христианство и мир»? У нас канал не политический, но это все верно. Но дело в том, что, понимаете, если мы люди, которые позиционируем себя как люди верующие, тогда всегда возникает вопрос о взаимоотношении между религией и государством. И вот то, что мне кажется, что нельзя строить современное государство, я не говорю про что было 1000 лет назад, 500 лет назад, современное государство в 21 веке, обязательно должно быть отделение религиозной власти от государственной. То есть это смесь, как вот произошло в Израиле, что нету демократическое сознание всех граждан, что есть сознание, мы евреи или мы не евреи. А также в других странах, мы христиане или не христиане. Если человек христианин, он тогда должен работать в своей общине, в своей семье, внутри себя, он должен стараться жить по совести и в том числе тоже как бы помогать и обществу, как он может, но не навязывать на общество какие-то свои понятия о том, как бы, кто наш, кто не наш. Это зло, это однозначное зло. И ммы это видим, как это зло возникает и в других странах. И уже подробностей об этом не надо. У нас был еще выпуск об антихристе. И на наш взгляд, антихрист не будет какой-то сатанист, а как раз будет человек, который будет стоять за право верующих людей. Получается, кризис, который сейчас существует в Израиле, и как можно выйти из него? Что я могу сказать? То есть, да, я предувидел эту проблему. Я заранее знал, что эта проблема будет. Как из нее выйти? Из нее выходить надо так, что вот те люди и большинство, все-таки те население Израиля и Палестина, большинство населения, они против Нетаньяху. И большинство населения — это люди вполне адекватные. Но из-за того, что они разобщены между собой, по каким признакам? Этническим, религиозным, в первую очередь. Нету партии демократических израильтян и арабов. Или христиан и мусульман вместе. То есть этого нет. Потому что я в мой лагерь, я еврей, я христианин, или я там чего-то как бы мусульманин, значит, я должен быть в своей тусовке. И из-за этого люди, как Биби, смогли добиться тем, что они добились. Получается, идея о иудейской демократии, так же, как христианская демократия или мусульманская демократия, это нонсенс. То есть должно быть светская страна, светское государство. Это не означает воинствующее, атеистическое, которое нападает на верующих. Нет, права верующих людей должны надо соблюдать. Но при этом
если эти религиозные люди берут свои идеологии для того, чтобы разрушать демократию, этого допускать нельзя. А в наши дни все-таки коалиция, которую создал Нетаньяху, самая радикальная, самая опасная. И я вот смотрю на это вот отсюда, из Ирландии, и грустно, и тревожно, и стыдно, главное. И поэтому хочу вам это видео тоже предлагать, как бы мой взгляд на происходящее в Иерусалиме сейчас, именно отсюда, именно поскольку я действительно постоянно смотрю, что там происходит, постоянно читаю, также у меня там семья, мама, сестры, как бы друзья, и это, конечно, место, которое для меня имеет очень большое значение. Иерусалим дал мне очень большой урок в жизни. И этот урок продолжается и продолжается даже здесь. Всего хорошего вам!